Пособие выпускникам педагогических факультетов, решившим работать в сфере образования, предлагается повысить до 200 тысяч леев. Соответствующее постановление правительство может утвердить в мае, объявил в среду министр образования и исследований Дан Перчун. Данное решение обусловлено острым кадровым дефицитом. Школам нужны тысячи учителей. Надеемся утвердить до середины мая. Соответствующие правительственные процедуры близятся к завершению. Речь о пособии в размере 200 тысяч леев тем выпускникам, которые по окончании университета решат пойти в какое-либо учебное заведение, при условии, что они проработают в нем 5 лет. Пособие планируется выплачивать поэтапно, уточнил Перчун. В данный момент 120 тысяч леев. Мы повысим его до 200 тысяч. Оно будет выплачиваться двумя траншами – через 6 месяцев и полтора года по 100 тысяч леев. Ранее в эфире одного из телеканалов министр образования сообщил, что ежегодно из тысячи выпускников педагогических факультетов профессию школьного учителя выбирают лишь 250. В системе образования не хватает 7 тысяч педагогов. Если никто не заболеет, либо не уйдет на пенсию, при нынешних темпах нам потребуется 30 лет, чтобы покрыть дефицит. Министерство образования и исследований осознает проблему оплаты труда педагогов, сказал Дан Перчун. Зарплата молодого специалиста достигает сегодня 10 тысяч леев до уплаты налогов. Зарплата преподавателя с опытом может достигать 14-15 тысяч леев за норму часов учебной работы. Посмотрим, что еще получится нам сделать в 2025 году. Согласно данным Национального бюро статистики, в молдавских начальных и средних школах всего их 1201 работают 26 тысяч педагогов.